Аптеке Плюс, и сегодня мы поговорим с экспертом отдела косметики. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте, Анна. Расскажите, чем занимается ваш отдел? Наш отдел предоставляет услуги – это диагностика кожи головы и лица. Также вы можете сделать экспресс-маникюр с сухим лаком. Также вы можете сделать прокол мочки уха и подобрать себе сережки. Как проводится диагностика кожи головы и что можно увидеть на вашем аппарате? Диагностика кожи головы проводится на французском аппарате, на котором можно определить наличие перхоти, выпадение волос, определить тип кожи головы. Затем можно посмотреть, насколько истончен и поврежден ваш волос. А что можно узнать о коже лица с помощью аппарата? С помощью аппарата можно узнать, насколько увлажненная ваша кожа, узнать тип кожи, можно узнать наличие пигментации, можно увидеть, насколько глубокие у вас морщинки. Что включает в себя услуга экспресс-маникюра? Это легкая обработка рук, кутикулы, коррекция формы, обеззараживание, и также мы приступаем уже к нанесению сухого лака. Что такое сухой лак? Сухой лак – это, по сути, наклейка, то есть это лаковая аппликация. Преимущество сухого лака в том, что она не повреждает ногтевую ложу, очень долго держится, около 2 недель, можно даже до месяца, у нас были такие клиенты. Снимается обычной жидкостью для снятия лака. Записываться можно по телефону к нам, либо можете прийти по факту. Как проводится процедура прокола ушей, сколько времени она занимает и насколько это вообще безопасно и безболезненно? Прокол мочки уха занимает около 10 минут. Мы прокалываем деткам, взрослым. Сначала мы выбираем дизайн сережек. Эти сережки абсолютно гипоаллергенные, специально для прокола мочки уха. Обеззараживаем место прокола. С помощью пистолета мы прокалываем ушки.